Прекрасная осенняя погода, спортивный азарт и поддержка болельщиков. На центральном городском стадионе прошел товарищеский футбольный матч между командами-сборными администрации Одинцовского округа и Федерации тхэквондо. Все за здоровый образ жизни. На выходных, пока погода хорошая, позволяет собираться, играть, вот проводить такие товарищеские встречи. Ты играешь перед нападением и ты играешь. Они двое нападения, ты середине играешь. Учпар, ты полузащиты. Напутствие от капитанов и боевой настрой – залог успеха. Игроки обеих команд были заряжены на победу и активно атаковали. Команда администрации Одинцовского округа очень сплоченная, и они наиграны. Мы на самом деле не ожидали, что они могут на самом деле так друг другу взаимодействовать и хорошо играть. Ну, с первого мы делали чуть-чуть уважение, как бы старались как бы на равных сыграть, думали, пропустим 1-2 гола, потом догоним. Не получается. Я думаю, во втором раунде мы их догоним, постараемся хоть ничего сыграть. Интересно и зрелищно. Команды показали отличную подготовку и слаженность. А победила по традиции дружба. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».